На конкурс дети читают стихи Расохина Юлия, Терентий Травник, «Вечная весна». Шли на запад с востока солдаты, сколько зим уж прошло, сколько лет. В прошлом веке, точнее в 45-м, появилась победа на свет. На дорогах войны миротворцы преломляли тела, как могли, и венозная кровь их стекала на медненную гильзу земли. В дар несли золотые медали, порох ладана смирну от слез, и сияла звезда над Рейхстагом, и встречал их воскресший Христос. Ветераны, несущие раны от креста, от Второй мировой, ветром мира для мира вы стали, и остались в нем вечной весной.